и большой погреб. Если бы настоящий особенник, я бы совмещил, как это вот в Баварии. На байдарке, на своей палатке. Ходил в те деревни, куда нет автомобильных дорог, где не видно этого картошки. И очень запахло картошку. Какой позор. Один с супер ВХС, другой с КТ-шкой. Мать родная. Это ты знал, что ты знал? Я бы тут держу ее. Форм. Присвой звание. Как невозможно. Кто это не наш или такой? С праздником. Какой есть, такой есть. Может, они будут русские лычки нашивать, как раз не лучше солдаты. Ну давай. Вот так и выбьет. Вот. Вообще золото. Павел смотрится на плечо. На! Где? На плечо! Первый серенький. Да? Его. Пожалуйста, господа специалисты, обойдите со всех сторон и все хорошенько рассмотрите. Кто лучший солдат полка? Так, вот Кучкурузов, да? Рядовые гвардии Волынского полка Кочкурузов, шаг вперед, шагом, марш! Рядовые гвардии егерского полка Громов и Байков, шаг вперед, шагом, марш! Гвардии Волынские, 4 человека. Дальше. 20 человек. Егерские 20 человек. Без 12? Два. Солдат трое лучших. Вдвоем можете хранить. Вот они. Нет, я понимаю, то есть двое из одного полка, да? Значит, напишите, Хачкурозов, Лёгвардии Волынский и последний двое Лёгвардии Волынский. Я уже не знаю. Я не знаю.
Кингистан! Эрфтер Шерен говорит, вон шрит форвард, два шрит, марш! Хайт! К сожалению, не получилось, они из Москвы приехали, я не успел донести. Вот тут погоны я туда пустил. Это натуральное обмундирование. Все в них Мы шли в нем из фляги, да? Ну, оператором нельзя. Ну почему? Там можно посидеть, если еще раз хлебнуть. Не, не мне. Господин поручик, приложитесь еще раз. Ну и трикратно облуздаться надо. За мной. Так, граул стоять. Ноги. Стоять. И никого не видно, да? Никого не видно. Да. Вахтёр, он за тобой Thank you.
позвал, позвал. Links, links, links.